нас одно время были активные антиваксеры, да, их в народе прозвали, которые убеждали людей, что на самом деле вакцина неэффективна. Да-да-да. Вот, привлекли ли этих людей, противников вакцинации, какой-либо административной или, там, ответственности или наказанию? На сегодняшний день в городе Нур-Султан в административно-экономический суд у нас поступило 42 иска от них. Они подали иск против вакцинации, против постановления главного госсанврача по этот, режимным нашим требованиям. И из 42 исков мы выиграли 36. 6 дел на сегодняшний день находятся на рассмотрении.